Здравствуйте, друзья. Вот с 10 этажа начинаю, значит, наш видеоотчет о путешествии на Гавайи. Тут ветрило. Знаете, я тут притаился за колонной, которая меня защищает от ветра. Точнее, мой микрофон. Мы сейчас со Светланой пойдем вот туда, к водичке. Точнее, вот сюда. Вот прям сюда пойдем, к водичке. И там замочим океанской водой. Я там тоже попробую поснимать. Корпусом, телом, можно сказать, прикрою. Это Мэриот. У них тут три здания. Мы некоторое время поплутали, пока нашли нужное. То есть мы запарковались у одного, который оказался не тем. И дальше пытались подняться вверх и войти в свой номер, который оказался не нашим. Ну, это, друзья, бывает. Да, Свет? Издержки. Бывает, издержки. Ой, рыбка плавает. Но это несъедобная, друзья. Она не рыбка. Это просто рыбка такая. Она рыбка. Нет, нет, она плавает. Так, пойдем. А что, если бы она даже и плавала вверх брюхом, то это только потому, что у нее так настроение такое. Что она сама плывет, не то, что ее там кто-то динамитом. Люди ужинают, да, здесь культурно, мы не могли пройти через них пляжу, поэтому обошли немножко стороной. Вот тут, видите, друзья, бассейн. Если там кто-то в воду не хочет, в океанскую, пожалуйста, есть бассейн, лежачки. Так, полянка. Даже я не знаю, она трава-то искусственная или настоящая? Искусственная трава, друзья, вечная. Да, искусственная травка. Ну, я даже не знаю, в чем смысл искусственной травки, Свет? А может и не искусственная. Может и не искусственная. Так. Ее ногой пощупать. Да, ну мы... Пощупаем. Как? Нет, она настоящая. Настоящая. Ну, идем. Видите, друзья, сейчас такое совершенство, сейчас умудрились так высаживать траву, что она уже как искусственная. Смотрите, такого качества высокого. Так. Пальмы. Пальмы, друзья, это про Гавайи. Это точно про Гавайи. С пальмами все хорошо. Да. И тут... Мы снимали, там совсем другие. Вы смотрите, сколько зонтиков. Где зонтиков? Вон. А, вон там зонтики на пляже, да. Мы, друзья, в прошлый раз, когда здесь были 3 года назад, прямо за пару дней до объявления пандемии, мы были вот туда правее, там есть комплекс, правее. Отсюда, может, не очень видно, но вот, да. А это из 4 таких лагун, видите, вот такая лагунка, лагунка искусственная. Тут таких лагунок 4, и это самое главное. А вот мы были вот в прошлый раз вот там. Ну, собственно, Света, есть ли у тебя желание пройти к воде? Да, я хочу ножки помочь. Пойдем. Натерла ноги. Так, давай. Натерла ноги. Все, друзья, ваши блогеры, друзья, утомленные солнцем, утомленные перелетом, да. Вот. Светочка, покажи нашим зрителям. Так, дуй с моей стороны. Давай так, закроешь своим телом. Друзья, вот он ваш. Вот он ваш блогер, друзья, в шортиках, в таких тапочках, в сандаликах. Еще не успел рубашечку одеть, такую гавайскую. Но у нас все впереди. Мы только приехали. Только приехали. Сначала мы зашли в магазин один, потом другой. Обложились продуктами на неделю. У нас тут друзья за это время подъехали. Тоже не без приключений. Нас 3 пары здесь. Вот. Ну, вы знаете, Риму и Мишу, они у нас частенько бывают на канале. Вот. А другая пара, я еще с ними, наверное, не знаком. Но они знают наш канал. И сказали, вот передавали через Риму, чтобы когда они кушают, чтобы их не снимали. Друзья, мы с полным уважением. Так, идем босиком. Вы видите, друзья, босые ноги вашего блогера, которые заходят в океанскую воду. Ну что, вода теплая. Здесь вообще, я бы сказал, градусов 25, вот так. Вот, ой, вот такая лагунка, она защищает от буйства океанического. С другой стороны, ну, теплее вода. И так здесь спокойно. И главное, что дно песчаное. Потому что на Гавайях дно,
Друзья, это страшное дело. Там могут быть как порезаться можно об эти рифы, кораллы, там черт знает что может быть. Свечка, ближе к микрофону. Так. Смотри, какие там сильные волны, вот туда волнорезами. А здесь вот тихо-тихо, как на озере. А там вот серьезные волны идут. Там, да, там, ну, вот, я, посмотри, я вижу, я не знаю, видно ли ребятам, вот, но смотри. Мы видим, что там действительно волны покруче, вот, покруче. Да. И вот такие, друзья, даже не знаю, можно ли это тропиками назвать, но во всяком случае, тропики, друзья, ох, тропики. Вода можно. Теплая, можно будет купаться завтра. Да, можно прямо сейчас купаться, но мы пока нет, ветер, сейчас не настроили. Не настроили. Сейчас прохладно уже немножко. Хорошо.